Для начала хотелось бы узнать, как сегодня сумел Салават так превзойти соперника в стартовом периоде? Ну, мы играли дома, нам нужна была эта победа, как, не знаю, больше всего на свете в этот день. И получилось забить хороший гол в большинстве. Такое преимущество сделали себе. В то же время второй игровой отрезок, как-то вот рисунок игры поменялся у нашей команды, ну и Акбарс добавил. Почему так произошло? Ну, это плей-офф, тут никто не хочет проигрывать. В очередной раз нам доказали, что нам нельзя расслабляться ни на секунду, что в первой игре, что сейчас, как бы. Мы буквально выпали из игры на какое-то время, не сразу нас наказали. Будем учиться на этом, будем более собраны. Коллеги, ваш вопрос. Комментируйте свою шайбу. Сказал, что неожиданности немного стало, что попали точно в угол. Ну, тут все очень быстро, свободного времени практически нет. Если есть возможность, мы стараемся бросать, поэтому так получилось удачно, что бросил. Салават, ну, в единоборстве проигрывал этой борьбы. Сказал, что во втором и третьем команду силы покинули. Можете сказать, в чем причина? Да, я бы не сказал, что мы играем хуже, мы идет как бы равная игра. Когда-то мы играем лучше, когда-то они такие как бы качели. Поэтому будем готовиться сейчас, стараться отдыхать и готовиться к следующей игре. Инверс, следующая игра будет сложнее, чем сегодняшняя, на ваш взгляд? 1-2 в серии? Да, плей-офф как бы не делит на важные и неважные игры. Будет новая игра, новые. Все по-новому, я думаю, будет не менее сложно, чем в остальные игры. Рокировка голкиперов, она стряхнула как-то команду? Ну, все знают, что это всегда стряхивается. Это специально делается, чтобы взбодрить команду.